Фура насмерть збила пішохода на розі Грушевського та Паркової. За попередніми даними, 69-річний чоловік переходив вулицю на заборонений сигнал світлофора. Від травм він помер ще до приїзду швидкої. Он шел меня покормить. Он живет с женщиной. А я вышел с маршрутки и не узнал, что это мой отец. Спасибо, что крестниц и брат ждал меня возле дома. А я не знаю, что мне делать вообще. Я не знаю. Смеяться, плакать, улыбаться. Я не знаю. Я даже не ощущаю, что вот лежит мертвое тело, что это мой папа.